89-річна Лідія Шумейко, яка 2 роки тому поховала доньку, опинилася на вулиці. За словами волонтерів, наркозалежний онук її систематично бив і вигнав на вулицю. Історія бабушки це почалася ще весною раніше, коли ми знайшли пожилу жінку на вулиці в дуже тяжкому стані. Вона спала під небом. Потім, як оказалось, її вигнав її внук із дому. Систематически ее избивал, потому что он наркоман, он находится на учете в нашей психбольнице. Вот. И я написала тогда пост о ней, и моя подруга предложила ее взять к себе. Она живет в Константиновке. Мы думали, и в принципе тогда мне написал Сергей Ярославович Рудик, что он может помочь ее поместить в Ротмистровский дом престарелых. У старушки не было ни одного документа. Вот, мы восстановили ей паспорт, потом все нашлось, конечно, и все это затянулось вот уже полгода. Тогда как раз мы попали в зону карантина, и Ротмистровский дом престарелых закрылся, он никого не принимал, но за это время при помощи помощника Рудика сделали все медицинские документы. То есть мы все подготовили для того, чтобы поместить ее в Ротмистровский дом престарелых. Все документы были отправлены в Черкасский социальный не помню, как называется, но они вернули. Потому что, оказывается, в доме, где она проживает, в доме, потому что там нет ни окон, ни дверей, ни крыши, ничего, это притон просто какой-то. Вот прописан ее внук, его жена, ребенок и ее умершая дочь, которая умерла 2 года назад. Значит, они вернули, потому что нужно было, чтобы внук предоставил справку о доходах, как это столько людей с ней проживает, а ее помещают в дом престарелых. Для того, чтобы, естественно, что внук отказался вообще. Ну, какие доходы, когда он не работает? Нужна справка из психбольницы о том, что он недееспособный, что он находится у них на учете, неоднократно там находился. Вот. Идти таким путем, это надо его привозить на обследование и прочее, прочее, к психиатру. Это очень долго, это невозможно ждать. Женщина живет в летней кухне, где уже очень холодно. Надя, которая ее приютила, живет в доме, у нее 3 детей, и в принципе в дом ее некуда забрать. И все это тянется очень долго, мы не знаем уже, что нам делать, какие шаги еще предпринимать. Уже хотя бы не в Ротмистровский, а в наш дом престарелых или инвалидов, как он называется, на Загребле. Вот. Я бы обратилась к Кондратенко Павлу Анатольевичу, чтобы он помог сдвинуть с места вот этот вопрос с бабушкой Лидой. Ну вот пока ВОЗ и ныне там, пока ничего не решается, я даже не знаю, честно говоря, что и дальше делать. Куда бабушку дальше помещать. Вот мы ее привезли сюда, вот она сидит в приемной, но тут выконком, тут... Когда это все закончится, я не знаю. Женщину очень жалко. Внук ее настолько избивал, что мы когда ее забрали и раздели, она была вся в синяках, в гематомах, я уже не говорю о чистоте, с овшами. В общем, несчастная женщина. Мне ее просто очень жалко. Ну, я не знаю уже, к кому обращаться, чтобы вопрос вот этой несчастной одной женщины, которая живет в нашем городе, пожилой женщины, у которой нет никакой защиты, ни с какой стороны, чтобы ей помогли. Неужели это так сложно, что надо полгода тянуть вот эту вот резину? Ну, я понимаю, что есть законы, да, которые требуют вот то-то, 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 чтобы бабушку поместить. А чисто по-человечески. Вот ей жить негде. Потому что была комиссия, приезжала в тот дом посмотреть, в каком состоянии тот дом. Там нельзя жить. И тем более, она очень больна. То есть ей нужна помощь. Помощь, чтобы ее поместили в этот дом престарелых, она не может, да, сама себя обслуживать. У нее очень больные ноги. То есть... Пойти в магазин, что-то себе приготовить, она однозначно не сможет. Ей нужно медицинское наблюдение, и чтобы за ней там ухаживали. Немає мені жінку. У мене в кімнаті 203, от виявити, померла, одна вмерла, а друга, їй 80 років, то вже вона не може жити. Всі документи зібрані на те, щоб її помістити в дом престарілих.
хоть куда. Да. Вот. Но там залупились, что в этом доме, ну, который домом нельзя назвать, проживает ее внук, прописан, его жена и ее умершая дочка, которую еще не выписали. Они говорят, при таком наличии людей, почему ее, значит, определяют в дом престарелых? Скажем так, логично бы, ешь, да. Да, но сын, внук у нее наркоман со стажем. Он состоит на учете и лечился не раз в психбольнице нашей. Он недееспособный. Недеездатный. Да, он не может быть ее опекуном. А кто там из деездатных? Никого нет. Я так розумію, що історія цієї жінки вивчатиметься, да, і далі так, шукатимуть шлях. Уже на сьогоднішній день управління соціального захисту зараз шукає механізм, куди можна влаштувати цю особу на сьогоднішній день. Ну, наскільки це важливо, зараз чекаю. Що я просто зрозумів із розмови з пані Юлією, що наразі просто якісь формальні підстави для того, щоб її не помістити у якийсь будинок соціальної служби, якою володіє соціальна служба, там чи будинок престарілих, чи що там у нас, куди ще можна буде її помістити, якщо є таке місце, то я думаю, що вирішимо, скажімо так, особистими вказівками відповідних керівників, ну і, можливо, керівники, які нижчестоящі ланки, також на якісь мінімальні порушення з цього приводу підуть, тому що, ну, дійсно, я на вскидку вже розумію, що проблема. Якщо в тебе в будинку прописані люди, то при такій кількості прописаних є формальні підстави відмовити для влаштування в соціальний заклад. А якщо у тебе виявляються прописані, а вони не визнані недієздатними, але всі перебувають, ну, в неадекватному психічному стані, то тоді тут дійсно є вже моральні підстави вирішити це питання. От якось так я вважаю, що потрібно б її вчинити в даному випадку. Єдина одна ремарка, що всі подібні заклади, вони до міста фактично не відносяться, хоча й знаходяться на території нашого міста. Це всі обласного підпорядкування, всі заклади, всі обласного підпорядкування. Тобто до Сміли вони тільки місцем знаходження. Я тобі кажу, тільки на особистих зараз будемо намагатися, зараз на особистих намагаються контактах і особистому авторитеті вирішити ці питання з цією бабусею. Нині жінка, яка не в змозі самостійно обслуговувати себе, повернулася в літню кухню. Волонтери збирають документи, аби влаштувати бабусю у психоневрологічний інтернат, що в мікрорайоні Загребля. Ми зараз займаємося тим, що все-таки її определити в дом престарілих хоча б здесь. Если, ну, во всяком случае, я ходила вот как он называется, в гостинице «Смела», тоже там соц какой-то там помощь населению, к Ольге Рак, вот. И она звонила и в Черкассы. В общем, они хоть бы как бы и закрыты на красную зону, но они все равно принимают. Значит, те недостающие документы, которые нам нужны, мы их сейчас делаем.